будет всегда едина и полна наша молодая страна. Едина и полна, едина и полна наша молодая страна. Едина и полна, едина и полна наш Казахстан, молодая страна. Ашық аспан, барғыт қапана, ағжыр икана, менің отаным Қазақстан. Встречает этот день вместе с телеканалом Акжаик. В эфире передача «Куншуа». На календаре 17 декабря. Эти дни мы отмечаем важный праздник для каждого казахстанца – День независимости Республики Казахстан, которому посвящен сегодняшний наш выпуск. Мы поздравляем всех телезрителей с праздником и желаем в каждом доме, чтобы не погас свет счастливой звезды. Пусть он ведет вас навстречу радостным, интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветаниям. Сегодня нашу программу открыли учащиеся средней школы 12. Это Макрычан Веселя, Грицан Миляна, Миргалиева Диляра, Некрасова Юлия и Ихсан Дамир. Вместе с ними сегодня их педагоги. Это братчик Анжелика и Галина Балабина. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе. И, конечно же, пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас с праздником, с Днем независимости нашей республики. В этом году нам исполняется 30 лет. И, Галина, в связи с этим хотелось бы, конечно, вначале услышать и ваши поздравления, пожелания всем телезрителям. Спасибо, с праздником всех.
я тоже как ровесница независимости. У меня в этом году вот тоже был юбилей. 15 декабря мне исполнилось 30 лет. И я всегда чувствовала ответственность. Эта дата всегда меня направляла на подвиги, и я в этом году начала писать песни, и вот сегодня, как вы видели, только что мои дети исполняли песни, наши в соавторстве написаны, это песни «Мы едины», про родину, про Казахстан, всегда пишу с душой, от души, и как сказал великий философ, найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться всю жизнь. Я нашла свое дело. Я работаю учителем музыки. И так получилось, что вот в этом году, именно в честь 30-летия, не знаю, или, ну, как-то так получилось, что я начала писать песни. Именно в этом году. Именно в свой юбилей. Да, да, и вот так вот это как-то, ну, так приятно. И ты всегда серьезно относишься к себе, и всегда такой... как бы с ответственностью, что нужно трудиться. И как вы видите, наш Казахстан, да, получается, за 30 лет, чего он добился, у нас есть своя валюта, да, свои деньги, тенге, которые очень ценятся, да, и признали же другие государства, да. Потом нас знают во всем мире уже. И это за такой маленький срок, для страны это маленький срок, а для человека это, конечно, уже хорошее время, да, когда человек становится более зрелым. И вот получается, мы достигли, страна достигает, и мы стараемся, как ровесники независимости, тоже что-то делать. Для блага своей страны. Да, Галина, а каково быть ровесником независимости сами? Какие чувства вы испытываете, зная, что взрослеете вместе со всей страной? То есть самым главным достижением для себя в этом году вы считаете, что начали писать песни? Именно мы заметили, что пишете вы патриотические, да, в основном песни, да, о любви к родному краю, о процветании нашей страны. Но вот еще какими вы гордитесь своими успехами, своими достижениями? Мы знаем, что их у вас немало. Горжусь достижениями еще своих учеников. Правда, мы не принесли сегодня песню на программу, но мы хотим ее сделать хорошо, чтобы она получилась у нас удачно. И уже в следующем году, когда, может быть, если вы нас пригласите еще раз, мы исполним уже песни наших учеников. Они тоже написали песню про Казахстан. И очень так хорошо получилось у ребят. То есть сейчас получается, и я творю, и мои дети творят. И здесь, получается, сидят мои ученики. Они стараются, они поют, они что-то придумывают. И это так приятно, что и я дружусь, и они трудятся, и родители нам помогают, и коллектив у нас дружный, и у нас есть музыканты, которые, у нас учитель физкультуры пишет, играет на гитаре и пишет тексты, оказывается, а мы этого не знали. То есть у вас такая вся творческая, да, можно сказать, атмосфера в школе. Учителя не только преподают, но и занимаются творчеством. И у вас очень много талантливых учеников. Давайте познакомимся теперь с вашим коллегой. Это у нас Анжелика. Анжелика, пожалуйста. Дорогие телезрители, в первую очередь хотела поздравить вас с самым главным праздником нашей страны, 30-летие независимости нашего любимого государства. В 1991 году Казахстан объявил всему миру, что на просторах бескрайних степей и в самом сердце евразийского континента создалось новое независимое и суверенное государство. Каждому гражданину хотел бы пожелать, самое главное, крепкого здоровья, добра, веры в будущее, процветания нашей независимости. Спасибо, Анжелика.
Представьте нам, пожалуйста, своих учащихся, ведь дети, молодежь – это будущее нашей страны, поэтому мы верим в вас, и хотелось познакомиться поближе. Пожалуйста, Ясмин, тебе да, первое слово, возьми микрофон. Вы понимаете, что мы отмечаем праздник 30-летия независимости нашего государства. А вот сами вы понимаете значение этого праздника? Что для вас значит этот день? Для нас этот день значит, вот, наш Казахстан, получается, в нашем Казахстане живет очень много наций. И для нас День независимости – это как дружба, поддержка разных национальностей. Угу. То есть вы все дружите между собой? У вас много национальностей в классе разных? Хочу поздравить Казахстан с Днем независимости Казахстана, с праздником, чтобы каждый год страна процветала, было больше возможностей, чтобы было, чтобы все точки мира хотели побывать у нас, посмотреть на достопримечательности, хотели, чтобы их дети учились у нас, чтобы в мире занимало первое место на учении, по спорту, чтобы все спорты мира хотели показать свой вид спорта у нас в Казахстане. Я тоже хочу поздравить наш Казахстан с 30-летием. Потому что этот день тоже дружный, потому что все нации знакомы с собой, и они дружны. И также, чтобы в будущем Казахстан развивался, становился лучше и лучше. И чтобы другие страны хотели быть как Казахстан, чтобы тоже развиваться и быть дружным. Желаю тебе, мой родной, любимый Казахстан, процветай. Желаю тебе процветания, любви, богатства, счастья, мира и всего самого наилучшего. Для меня День независимости – это самый ценный праздник в стране, так как независимость – это свобода, в первую очередь, свобода выбора, свобода действий, свобода слова. То есть нам предоставляют выбор, на каком языке учиться, место обучения. И благодаря нашему Елбасы, первому президенту, мы можем гордиться нашей страной. То есть за 30 лет мы сделали очень многое, особенно для учеников. Я как выпускница горжусь своей страной. У меня есть много возможностей поступить в любую точку мира по программе «Булашак». Я горжусь тем, что живу в независимой стране и не вижу войн, междоусобиц между национальностями и странами. Веселья, а какая должна быть именно молодежь, проживающая в независимой стране? Вот ты молодец, ты реализуешь, да, все свои планы. Ну вот на твой взгляд именно. Ну, в первую очередь, мы должны быть целеустремленными и конкурентоспособными, чтобы мы могли показать себя в других странах и каким-то другим там людям. А ваша цель какая в жизни, девочки? Поделитесь тоже, пожалуйста. Какой вклад вы сами хотели бы внести в развитие нашей страны? Вот, слушая, скажем, выпускников вашей школы, ведь с них вы тоже можете брать пример, и со своих педагогов в том числе. Ясмин. Микрофон, микрофон. Если честно, то я больше люблю петь, и моя мечта, получается, петь на большой сцене. И вот сейчас мы тоже как поем и стремимся к своим целям. И наш Казахстан, он дает нам возможность заниматься. У нас есть сейчас очень много кружков, и мы можем много куда поступить. Угу. То есть ты в будущем хочешь петь на большой сцене? Стать известной певицей нашей страны. Мы не сомневаемся, что все твои мечты обязательно сбудутся. Ну а что скажут другие наши участницы? Моя цель в будущем – это помогать Казахстану. Продолжай. Помогать бедным людям, чтобы в Казахстане все было мирно, хорошо. То есть ты хочешь связать свою жизнь с волонтерской деятельностью, с благотворительностью? Да. Угу. Спасибо, молодец. Ну, мое
Моя цель – это чтобы в будущем также помогать людям, бездомным животным, ну, чтобы я была полезной для своей родины. Это стать учителем истории. Я хочу побывать в каждой точке страны и посмотреть много достопримечательностей каждого города, чтобы потом своим ученикам рассказывать, как я это видела, что там было, какие примеры показывать, как люди живут. Вот такие у вас умные, да, все девочки, которые ставят перед собой уже такие серьезные цели и уже выбрали свой путь в жизни. Девочки, скажите, пожалуйста, вот вы поете песни патриотические в основном, которые для вас пишет ваш педагог Галина. А какие сами чувства испытываете? Вот вы когда исполнили эту песню, вот я видела, да, и мальчик с вами был, вот с таким, именно с такой одухотворенностью, да, вы пели, сразу чувствовал, что вас переполняет какая-то гордость, да, за свою страну, за свой народ. А может, вы еще поделитесь, да, своими эмоциями, своими какими-то ощущениями во время выступления? Ведь вы принимаете участие на концертах, и мы видели ваши клипы также, в том числе. Когда нас позвали на съемку, когда мы еще записывали, мне очень стало интересно, потому что это говорится про нашу родину. Ну, это было очень круто, потому что ты поешь песню про свою родину. Когда Галина Сергеевна на уроке показала песню и говорит: давайте с вами запишем, мне понравилась песня, она была такая добрая, мягкая, свободная, и когда мы ее пели, мне прям было приятно ее петь, всем нам понравилось ее петь, и мы потом еще раз пели песни. Галина Сергеевна, она хорошие песни поет про Казахстан, про родину. Мне кажется, замечательное чувство петь про свою родину. Но ты испытываешь сама чувство патриотизма? Да. А что для тебя значит быть патриотом своей страны? Ну, мне нравится своя страна, то, что у нас нет каких-то строгих законов, что есть свобода выбора, то, что каждый человек чаще всего тут добрый, много народа, все дружные, нет войн в Казахстане между другими странами. Я горжусь нашей песней, когда я пою эту песню, я получаю от нее только большое удовольствие. И спасибо Галине Сергеевне, что она дала такую возможность. Я, конечно, в начале эфира я не пела, но вот в других мероприятиях, клипах у нас было такое чувство, гордость за нашу родину, то, что у нас есть вот такие педагоги, такие, получается, дети, которые могут, они могут реализовать свои мечты. А вот какие слова по-особому тебе запомнились, как-то, вот, может быть, греют твою душу, вот особенно, да, вот ведь вы поете в основном патриотические песни? Слова, в которых говорится о нашей родине, какая она большая, какая она, сколько в ней есть множество интересных занятий и про то, какая она у нас великая и историческая. Что для тебя является символом независимости Казахстана в первую очередь? Флаг, герб и наш гимн. Молодец, это самое главный символ. А сегодня какую ты песню подаришь нашим телезрителям? Она тоже будет патриотическая? Да, она называется «Мой Казахстан», и думаю, она очень патриотическая. С удовольствием послушаем, пожалуйста, если. Казахстан.
ветер плывет над звенящим простором, величавый и гордый над степью полет. Спасибо, Ясмин. Цвети и процветай, наша страна Казахстан. Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную 30-летию независимости Республики Казахстан. Девочки, в заключение хочется услышать от вас еще раз пожелания, поздравления всем телезрителям с этим важным праздником. Пожалуйста, Ясмин, еще раз, что бы вы хотели пожелать? Я желаю нашей стране быть более сильной, развитой и богатой. И желаю каждому гражданину Казахстана чтобы он радовался, то, что он живет на такой свободной, большой и на своей родной земле. И также каждый гражданин Казахстана должен вкладывать все свои силы и всю свою душу в развитие Казахстана. Я хочу пожелать Казахстану, чтобы с каждым годом она становилась только лучше, чтобы все точки мира хотели побывать у нас, посмотреть на наши достоинства, чтобы Казахстан с каждым годом расцветал, становился лучше и лучше, чтобы каждый год было больше возможностей. С праздником всех! Я желаю нашему Казахстану, чтобы он чтобы он становился лучше и лучше каждым днем, и чтобы все национальности, которые живут в Казахстане, все дружили между собой, и чтобы все помогали друг другу, и чтобы Казахстан в будущем расцветал больше и больше. Желаю нашему Казахстану, чтобы в нашем Казахстане было еще больше народов, чтобы все жили в мире и согласии. Я очень горжусь то, что я родилась именно в Казахстане. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас, девочки, за участие в нашей передаче, поздравить вас с праздником и пожелать вам только счастливого будущего, так как вы будущее нашей страны. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на небольшую музыкальную паузу. Далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Thank you.
әлемде ешер жоқ өзіңмен теңесер тауларым бауларым аспанмен кеңесер шығыстан батысқа салқын самал желесер қандай көркем еді береке бірлігім шаттығым бар мұнда тынығып көк кілем көк майса шалғынға ойнақсап жүргендей әжемнің алдында өзіңе еркелеттім мен сені сүйемін 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 Қазақстан мен сені сүйемін 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 Қазақстан мен сені сүйемін 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 Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Көгінде самғаған қайсарлық қыраны Алтын күн әлемге төгілген шуағы Бір уыс топырақ бойымның тұмары Қандай келеді Қазақстан Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу праздничную передачу «Куншуак», посвященную 30-летию независимости нашей республики Казахстан. Еще раз хотим пожелать всем мирного неба над головой и, конечно же, процветания нашей стране. К нам сейчас присоединился аккомпаниатор Роман Семенов, который сыграет нам на гитаре. Ну и, соответственно, вы споете также песню, посвященную нашей независимости. Ну, хотелось бы для начала задать такой вопрос, Анжелика, и вам, Веселе. Вот как вы как новое поколение, как оцениваете вообще итог 30-летия независимости нашей страны? Для вас чем примечательна эта дата? Каких вы сами добились успехов? Высот. Для меня 30-летие независимости Казахстана. У Казахстана очень большое. За 30 лет добились очень много. Мы стали всемирной страной. Нас много кто знает. У нас очень талантливые дети. Вообще люди очень талантливые во всем.
спорте, в творчестве. У нас народ очень доброжелательный, вот чем мне нравится вот Казахстан, чем я вот люблю Казахстан. Вот у нас люди очень гостеприимные. Я являюсь патриотом Казахстана. Я занимаюсь уже пением больше 5 лет. Сейчас я учусь на учителя музыки. Надеюсь, я стану хорошим учителем музыки в будущем и буду воспитывать детей, буду выражать и у них патриотизм, тоже через песни, через творчество. Вот. Но вы сегодня пришли в таком красивом, нарядном платье, праздничном, значит, вы подготовили тоже музыкальный сюрприз для наших телезрителей. Сейчас вы обязательно исполните песню, но сначала хотелось бы веселить и вам. Я считаю, что за такой, казалось бы, короткий срок наша страна добилась очень многого. И я, как молодое поколение, говорю за всех, мы постараемся сделать все, чтобы наша страна развивалась. Мы будем вносить вклад обязательно в развитие нашей политической и экономической стабильности. Я в будущем собираюсь работать в медицине и постараюсь внести свой вклад обязательно в эту сферу. Галя, а скажите, пожалуйста, какие планы и цели ставите вы для себя на перспективу вот в будущем? Полюбились людям, чтобы о моем творчестве знали, и чтобы Казахстан процветал, и вместе с ним, надеюсь, и буду я процветать, писать и написать свою какую-нибудь такую великую песню, чтобы она стала. Она, конечно, будет также о любви к своему родному краю. Будет родина. Галина, мы вас поздравляем со всеми вашими успехами, так как этот год был для вас одним из плодотворных. Поделитесь, пожалуйста, своими личными достижениями. В этом году, да, у меня было много. Ну, я не горжусь этим, но мне приятно, очень приятно. В этом году я вошла в Ассоциацию лучших учителей Западно-Казахстанской области. Потом я вошла в ассоциацию Тыльмура, это объединение учителей казахского языка и продвижение казахского языка у нас в Казахстане. Туда попала я, один раз сыграла, и меня позвали. Я играю на баяне, и вот им понравилось, и мы исполнили песню, участвовали в конкурсе на знание государственного языка. И там мы заняли гран-при. Вот. И нас было 5 человек. Все женщины у нас были русские. То есть вы изучаете еще государственный язык? Да, русские, украинцы, там не только русские, украинцы, да. И этот конкурс проходил. Они еще учителя казахского языка. Мне повезло. Как я попала в такую атмосферу, и очень было приятно с ними работать. Они такие энергичные и так хорошо говорят. И мы показывали традиции народов Казахстана. Да? У нас был народ мы казахи были. И мы так хорошо показали, что мы понравились зрителям. Ну и какие обычаи и традиции для вас очень ценны, может быть? Ну вот мы показывали, когда девушка выходила замуж, и вот этот момент мы показывали. Потом для меня такие традиции, как разрезание круг, да? Потом, когда мы ходим друг к другу в гости, и нас всегда ждет хороший дастархан, да, хороший стол. Это только, мне кажется, у нас так любят приветствовать гостей. Потому что придешь, у нас всегда, да, все, вот мы все такие вот дружные, все народы, придешь, и обязательно тебе такой хороший дастархан накроет, да, и ты хорошо встретит с теплом, с душою, и это очень приятно. Ну и, может, вы продемонстрируете нам знание казахского, знание государственного языка, что-нибудь скажете на пожелание нашим телезрителям?
Кинами Семен Балабина Галина Сергеевна, номере он якинше, мектепте музыка паны мухалеме, было бжим ужасаймен, казактын тюрме толгау кюй жане, казактын ултык андере аркылы патриоттык бағыттағы андер жазамын. Еще у нас песня будет, там тоже у нас на казахском языке. Мы с удовольствием послушаем. Кто-то давным-давно жадно волю любя, с мечтой рассвет встречая, как орел над землей паря, шагнувшая в новый мир, миллиалы новых взглядов, спустя 30 лет стал. Вселенная побед, детским гею цалайтен, азымен тарихы бар, ахашахтарайбас, давлесыз елуаны. Нет подобной больше нигде, путеводной нашей звезде, на пороге будет светить всегда. Нет подобной больше нигде, путеводной нашей звезде, на пороге будет светить звезда. Великой страны. Спасибо вам. Как мы поняли, эту песню вы тоже написали сами, Галина. Угу. Откуда у вас берутся именно такие строки? Что вас вдохновляет на написание именно таких стихов, таких песен? Вдохновляют люди, которые меня окружают. Это дети, это коллектив, друзья, страна. И просто смотришь на наш Казахстан и видишь, как он расцветает, и это уже приятно. Ну и сами, какие вы планы строите на будущее? Поделитесь, пожалуйста, своими мечтами, целями. Научиться большему, научиться делать так то, что я еще не умею. Сейчас я начала сама музыку писать, работаю в FL-студии, и хочется LMS-студия, и хочется как-то, чтобы музыка звучала, чтобы она была еще лучше, еще круче, и слова, тексты, чтобы они были еще лучше, и чтобы они звучали тоже, потому что есть какие-то минусы, я сама их вижу, но их хочется исправить, и чтобы все было в жизни хорошо. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Куншуата», и сегодня действительно у всех у нас праздничное настроение. Мы всем хотим пожелать счастья, добра, душевного тепла. И сейчас, буквально через несколько минут после музыкальной паузы, мы продолжим наш эфир. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу праздничную передачу. У нас остается немного времени до окончания эфира. Хочется еще раз предоставить слово нашим гостям студии, услышать ваши пожелания, поздравления в адрес всех наших любимых телезрителей в честь 30-летия независимости нашей страны. Поздравляю Казахстан с таким великим праздником. Желаю, чтобы в нашем доме всегда был мир и согласие, чтобы мы все с вами дружили, чтобы мы страну свою поднимали, чтобы уважали друг друга, ценили, любили, чтобы наши дети гордились нашей страной, а мы, как взрослые, делали ее лучше и лучше, потому что здесь будут жить потом наши дети. Искренне еще бы раз хотелось поздравить всех жителей казахстанцев наших с 30-летием независимости нашего Казахстана. Хотелось бы, чтобы Казахстан развивался и развивался, становился все сильнее, богаче. Мы очень гордимся своей страной. Хотелось, чтобы каждый житель вкладывал свою душу, силы, прикладывал какое-то свое дело какое-нибудь. Вот. Всем хотелось бы пожелать, чтобы в вашем доме никогда не умолкал смех, процветания, добра и всего хорошего. Я еще раз хочу поздравить всех с 30-летием для независимости нашего Казахстана. Желаю всем мирного неба над головой, чтобы все так же продолжалось, царил мир и согласие между людьми, не было войн и недопониманий, восстаний. Вот, и как я желаю здоровья каждому гражданину Казахстана и счастья. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче, пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. Наше государство считается очень молодым, и все лучшее у него, как и у нас, впереди. Именно от нас зависит, как сложится наша жизнь в будущем, каким станет родной Казахстан. Мы должны дорожить дружбой и миром. Это большое счастье, что мы живем в мире и согласии. Пусть жизнь в Казахстане всегда будет мирной и по-солнечному радостной. Чтобы дети росли сильными, радостными и берегли свою землю. Счастья вам, процветания нашей Родины. И на этом я с вами прощаюсь. До свидания и до скорых встреч на телеканале Акжаик.